Так, проверка звука. Звук должен быть на месте. Секунду. А, видно. Сейчас звук. А, видно. Отлично. Привет, друг, с тобой Глебовский. Это... Я полагаю, что это именно так. Это именно что финальный выпуск Space Marine 2. В прошлый раз я пытался закончить, но... Не сложилось из-за того, что мне слетело, из-за того, что я сидел очень долго. То есть 2.5 часа проходил игру в прошлый раз. И у меня просто ЦП, у меня вот диспетчер задач был помечен как 100%. То есть я его нагрузил, то есть я и игрой ПК нагрузил, и записью одновременно. И там мне слетало. Поэтому проходит время. Я надеюсь, что проблема решилась, и я могу сейчас уже проходить дальше игру. Буквально. Вот, но по-хорошему, если говорить, то осталось всего ничего, и все. Сюжетная кампания я заканчиваю, насчет побочных квестов, ну... Я сразу скажу, что я особо ими не горю, но насчет них я еще думаю. Может быть, я как раз оставлю для себя Space Marine 2, не буду удалять. А потом спокойненько, может быть, я буду как-то проходить побочные квесты. Но это 50 на 50 уже, ребят. Я уже не говорю про онлайн, потому что я вообще сижу с пиратки. Мне пофиг на онлайн, хотя он очень интересный, я бы и сам попробовал. Но в первую очередь мне интересна компания, которой я уже все закончу. В прошлый раз мы остановились на Демириуме, где и развернется финальная битва Space Marine 2. Мы должны были поднять флаг во время битвы, но у нас летел... слетала игра не раз. Надеюсь, что в этот раз, блин, так финал близок. Ну, в крайнем случае, я что-нибудь придумаю. Решил вопрос. Кстати, оговорюсь, у меня вчера случился такой большой момент в жизни, такой значимый. У меня случился переезд, и я впервые со своим ПК переехал в другую комнату. Потому что мой ПК всегда был, так сказать, всегда был где-то в одном месте, еще со времен, когда я его только приобрел. Это такая интересная деталь. То есть для ПК моего это было первое перемещение в пространстве, так сказать, большое. Ну что ж, давай продолжаем. Верим в лучшее. А еще я, кстати, сижу сейчас как бы это с мобильной связью, потому что у меня здесь интернет не очень работает. То есть вообще его нет. Но я решу это вопрос. Но пока раздаю это. К слову, если пойдет что-то не так со связью, ничего страшного, я тогда просто допройду с дальше игру, и тогда уже на ютубе будет более полная версия, если что-то пойдет не так. Но так сейчас идея нормально. И трафик мой пока позволяет. Более чем. Можете подождать минутку? Я просто подумал сейчас. Я еще не до конца выздоровел, просто я болею. Простуда. Надо сейчас побрызгать в нос. Подождите секунду. Ой. Сейчас. Уже лучше? Сейчас. Уже лучше? Ну что, ребят, погнали. Финал близок. Вот он. Вот он, Аврора. Раздать по заслугам этим еретикам. Пусть они содрогнутся. Поднимаем флаг. О, смотрите. Вам не выжить, еретики! Нет, я даже, знаете... Хотя нет, может быть, можно и без шлема попробовать. Это же капитан Атит. Я капитан Атит! Во имя Жильмана я свергну вас с трона хаоса. О, колдун появился. Это моя братва. Ультрамар сила! Ультрамар мощь! Ультрамар единство! Нифига их много, этих еретиков. О! Кассен и Грут. Из трейлера прямо. Смотрите, как... Вот она!
Мощь ультрамарина! Мощь империума! Опять этот проклятый тронул. Это мощь, ребят, это мощь. Это кто? Не Жильман ли? Или кто вообще? Нет, не вряд ли Жильман. Но похож. Жильман? А, Калгар. Лейтенант, я получил твое сообщение. Докладывай. А, это Калгар. Короче, высокопоставленный чел. Похоже, источник их силы — центральный обелиск. Его защищает силовое поле. Какие предложения? Мы обстреливали щит из всего, что только можно. Безрезультатно. Милорд! Есть одна мысль. В катакомбах Люс сказал, нужен лишь поворот полярности. И затем повернул что-то. Объект. И что? И что? Он был копией этого обелиска. Этого? Ты хочешь повернуть это? Объясни. У Авроры может быть слабое место. Может. Магистр, нам нельзя здесь оставаться. Лейтенант, поддерживаешь план сержанта Гадриэля? Конечно. Неплохой план. Капитан Акеран, собирай свою роту. Есть, магистр. А, это про магистра, я понял. Это еще более высокопоставленный, чем капитан. Его магистр, это типа вот после самого примарха идет. Братья, еретики почуяли вкус победы. Но мы лишим их этого удовольствия, как лишаем уже 10 тысяч лет. Потому что мы, сыны Ультрамара, слуги Императора и стражи Империума. Пусть эти отбросы ощутят ярость нашего древнего возмездия! За Ультрамар! Милорд, наш авангард выходит на поле боя. Устройте бойню, капитан! Так точно! Еще одна битва во имя Императора! Да! Да! Вперед, братья! Пусть варп содрогнется от нашей мощи! Вперед! К победе! Ты кто так? Да кто? Это что? Это аватар Дзинча, что ли? Погодите! Спешим, спешим. Спешим, братья. Похоже, это панель управления. Ты что-нибудь понимаешь? Нет. Лейтенант! Частик турек, блин. Ожидайте. Вот оно. А если ты умрешь? Вариантов нет. Живи, братик, не падай. Так, а отчет. А, мы вернули один ключ, чтобы как-то прикрыть. Близко. Допустим. Ну реально это какие-то технологии, не кровь. Сколько еще? 3. Кого ты пошлешь? Веридиан и Таласа. Последним займемся мы. Я их вызову. Объяснишь им все по волосам. Есть, капитан. Ну,
Веридиан, Таласа, выпал. Что там? Погодите, я звук проверю тогда. Так видно, неплохо. Живи, братик! Не повернули один ключ, чтобы... Ага. Ну, неплохо. Предупреждаю, это будет больно. Главное, чтобы гнусным предателем было еще больнее. По-моему, там что-то тяжело в плане. А, теперь можно. Ну, видимо, будет опять лагать, опять эта фигня. Все. Опять баги. Скажи, вы меня достали. Я все прохождение свой с вами живу. Но ничего, я уже через это более чем прошел. И пройду. Он вообще побил. Удар по лицу и по груди, и по яйкам. Вот это я удачно сказал. Секунду. Снайпер, а ну иди сюда. Надо закидать их гранатами. О, неплохо. Сейчас добьем их, все. Так, это наши братюньки. О! Блин, не успел добить, ну и ничего сейчас. Ой, по-моему, это берсерка. А, это огнемет. Огнеметчик пошел. Давайте замочим его вместе. Ой. Даже если это был ваш собрат, все у нас пусто. Чуть не зашли. Отошел от меня, бля. Бом хача. Я сейчас буду как в КС пользоваться снайперкой вблизи. А это мощь. А это как не работает. Извините, надо заряжать прицел всегда. А чё ты такой весь желтый, а? Это я желтый. А, у меня же это. Я же не подумал поменять оружие, но какой-то боль прокачал. У тебя огнём в жопу! Хотел сказать в живот, но в принципе без разницы. Они и так прокляты. Что именно мы пытаемся сделать с обелисками? Аврора создает в Эматериуме разлом, своего рода врата. А. А эти маленькие обелиски — ключи от врат варпа. Они хотят открыть этот доступ. Мы вернем ключи и закроем ворота на замок. Вот, они хотят сделать портал из варпа сюда, чтобы пришли боги. Все, буквально вторжение устроить. Идем. А вот этот долбанутый аватар Динча у меня так закурлыкает, что мало не покажется. А до Мураха мы еще дойдем.
уже совсем скоро. Он обосрется конкретно. Я хоть и простужен, но это вам не мартышкин друг. Я не знаю, как это еще сказать, короче. Короче, представим, что то, что у меня простуда, типа аллегория ереси. А я, несмотря на ересь, продолжаю борьбу за свое праведное дело. Все, поддерживать вас рядом контент. Не, ну для себя тоже где-то я для себя любимый, но... Я же всегда делаю это и для себя, и для вас, зрители. Сколько бы вас ни было. Секунду. Хотя какая секунда? Тут вообще сейчас время на разломе. То есть получается один ключ. Потом нужно. Как они корчатся в огонь? Второй уже подготовили, кажется. А сколько тут этих таких ключей, я не понял. Сколько их? 6, что ли? Это я не считал. Таласа, доклад. А, они второй включили, ключ починили, понял. Можете вернуться к основным силам. Стоп, где? Откуда стреляет? А, вот! Ага. Есть маршрут. А, это какие-то наши, короче, очень брутальные. Атаковали их. Невидимые камни. Что может быть еще более... А, теперь видно. Ну вот, допустим. Твой план и правда может сработать, Кадриэль. Любая идея ничто без тех, кто воплотит ее в жизнь. Похоже, мой слух пострадал. Не мог же ты и правда проявить смирение. Кто я? Я проявляю не смирение. Я проявляю борьбу по отношению к несправедливости. И несправедливость здесь от ереси. Оп! Сюда. Оп! Наделаем в этом терминаторе дыр. Что, меня трогать захотел извращение? Сану иди сюда. Да я тебя сейчас трону. О! Два! Три! Правило трех, как говорится. Бить врага тремя или даже одним ударом. Опять кабан! Как ты достал меня? На! Сейчас. Как ты достал меня, Хильбру? Брутхиль. Уже лучше, отлично. Надо перезаряжать.
перезарядиться. Чё ты меня стреляешь? Иди нахуй. Короче, я и мой организм, когда борется с вирусами. А это какая-то, не знаю, разрушившийся, местный разрушившийся микроб. Вирус. Ты посмотри на себя, ты вообще не сложный. Да пофиг, что я упал. У меня есть братики, они меня поднимут. Да не тут, я вот я тут. Ну что ты повернулся? Ой, бля, бывает, брат. Ой, бля. Ой, бля, брат, держись. Ой, блядь. Пора отомстить. Давай, давай, давай. О, спасибо, уступил до... спасибо, что уступили дорогу. Раз. Давай, Карен, отвлекай его. Да, проклятие, понимаешь? То, что ты жирный и уродливый, это ох, как, ох, какое проклятие. Но это уже явно не моя проблема. Не наши, ни Кайрона, ни Гадриэля, ни даже мои проблемы. Ой, кто у нас тут запсиховал? Ой, кто у нас тут такой обиженка? Ой, иди на... А у меня для тебя подарочек. Ой... Это такой долгий-то бомба, блин. Да ты ставься, господи. А ну подошел сюда! Раз, два, три! По жопе! А ну подошел сюда! Жердяй! Рогатый! Вот тебе цена твоего стара... Это существо создано, чтобы страдать. Да будет так. Тит, Дэнси добрался на панель управления обелиском. Кто добрался? Трон, кажется, это та еще пытка, но он держится. А в чем он смысл? А, ну да, ослабили. Перидиан. Как там Деци? Жуткая головная боль. Но от вида страданий этого чудища сразу стало полегче. Это точно. Просим разрешения вернуться на передовую. Разрешаю. Спасибо, братья. Да не оставит вас император. Конец связи. Еще один. Вы слышите? Что слышал? О, хорош, брат, хорош. Ну вот это база. Привет. Валтус. Они здесь повсюду. Почтенный брат, ступай с нами. Ты удалишь свою ярость и послужишь общему делу. Ведите меня в самое пекло. Давай, друг. Наш большой братик в деле. Наш брат. Пока проверю запись. Всякий случай. Прервал? Но, я тут пока еще... Ремни? Что? Где все ремни? Да не знаю, пощадим другом месте. Так, закрой дверь, пожалуйста. Матвей! Да господи. Матвей вообще не слушает меня. Я извиняюсь. Переезд в другую комнату дает о себе знать. Разрешаю. Сейчас проверка. Спасибо, братья. Да не оставит вас император. Конец связи. Сейчас должно быть нормально. Так-то. База. Так. Господи. Так, извиняюсь.
Я им сказал, что мы не заходили пока особо, но кое-кому надо ехать, бегать и все такое. Кстати, как там запись? Ну ладно, вообще нормальный звук и все такое. Ну я же с мобильного раздаю, поэтому низко сейчас. Давай, братик, извини. Прости, блин, ничего страшного. Помочь? Так, звук, я надеюсь. Так, хорошо. Давай, брат. Это еще не все. Если бы был бы джетпак, все было бы куда проще. Но здесь нет ничего невозможного. Так, теперь куда близко. Окей. Все молодцы. Но кто знает, что будет. Это последний, что ли? Отличная работа, лейтенант. Сбор на моей позиции. Все. Есть, милорд. А, у него же механическая рука. О! Еще один пришел снимать. И мурах. Грёбаный аватар Динча. И мурах дубами. О, кто представляет. Стоп, они использовали... Что там? Стой! Калгар... Калгар, не беги так быстро, ты что? Ты сейчас же погибнешь. Погоди. Не беги, брат, не беги. Ушел прям в варп, что ли? Офигеть, мы что, будем сейчас в варп измерение, что ли? Нифига себе.
То есть будет сейчас спасение Калгара. Я бы поизучал, кстати, насчет магистров, что они значат в регионах. Где лорд Калгар? Это ловушка. Возможно. Мы... В Имматериуме? Если так, медлить нам нельзя. Что дальше? Нужно найти Калгара. А теперь, ребят, добро пожаловать в Имматериум. Изменяющего пути неотвратимо. Даже сейчас мы идем древними тропами, проложенными задолго до того, как на свет явился первый из смертных. Идите же ко мне, братья. Исполните свой последний долг. Вот он. Имматериум, ребят. Варп измерений в чистом виде. В Имматериуме? Если так... Медлить нам нельзя. Что дальше? Нужно найти Калгара. А теперь, ребят, добро пожаловать в Изменяющего пути неотвратимо. Так, идем дальше. Мир багов. Вот откуда все эти баги, тормоза. Все, это все из-за варпа, я понял. Надеюсь, вы не живете сейчас. Мне кажется, нас обманут. Не доверяй своим чувствам. Лорд Калгар бросил тебя гнить в карауле смерти на целый век, брат Тит. Трус! Хватит прятаться за иллюзиями! Пусть ненависть станет вашим щитом, братья. Я чую страх. Ну ты сам признался, Имрах. Ты так в себе притворяешься. Учись притворяться нормально уже, наконец. Очень неумело. А это кто, собственно? Некий воплотитель времени. Возможно. А вот и Имрах. Собственно, персона. Приветствую, братья. Где лорд Калгар? Служили мы на указание его места. Еретик! Сегодня ты умрешь! Это мои владения. Вы тут по моему приглашению. Я даю вам шанс покориться. Слуги нашего ордена будут мочиться в твой череп! Осторожно, тебя сейчас убьют. А. Ну, в любом случае. Осторожно какая-то. Он долбанутый и... Смотрите! О, Калгар! Держится, конечно. Ну а хуль ты ожидал от нас? Что, мы тебя будем приветствовать здесь? С цветами? Отпусти его! И мы даруем тебе быструю и легкую смерть! Отпустим!
отпустить! Вы же так старались привести его ко мне! Довольно, Игорь! Заткнем еретика! Так точно! Последний танец, а потом нити оборвутся! Последний танец? Иди сюда, мра! Я тебя захуярю, мра! Так, ладно, если атаковывать, то помню. Не так быстро. Вот так тебе. Не убили, что ли? А где я? Где я? Твоих жалких товарищей больше нет. А! Одна из его фаз. Ложь! Тебя не одолеть их в бою, еретик! Потому и лжешь! Твои братья склонились перед могуществом Барба! Обалдеть. Мы во тьме, блин, его пытаемся убить. Вот это, конечно, тактика с его стороны. Чего хитро. О, выжил. Что случилось? Этот глупец пытался меня пройти. Тщетно. Ты чё делаешь? Ты этого кудах-то пидора знаешь куда засунь? Подальше в арк. Здесь. Я тоже в арк, но... И чё он пытается нам сделать таким образом? Кудах-то пидор. И в чем смысл? Переждать, что ли? Ну просто посидел там и все, ничего. В чем был смысл вызывать тогда? Я не понимаю. О! Мы ему пробили первую часть 2 хп. Ой. А, вот для чего вызывает его. Да, вот эти препятствия. А, именно закрыть. Короче, механику мы все перепутали. We'll be right back.
ждет вас большего, Астартес. Пусть я не повторится. Самотрак! Ой, что-то нас засосать хотят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, его ранее встречал уже Калгер. А он мстит Калгеру. Его подкупил Дзинч. Вот интересно, где Жилиман? Неужели он повторяет все за Императором? Постоянно где-то занят себе. А мы пашем как... Ладно, не будем жаловаться. Не будем давать пищу для ума Иртикам. Величие твоей жопы уже дано себе кавычки зеркаль. Ничего, ничего, брать, держи. Спокойно. Я думал, ты не придешь. Понять, как там. Самотрак! Секунду. А, его ранее встречал уже Калгер. На тебе! Я бы сказал, что мы от тебя устали, но скажу, что нет. Бейте по глазам! Другие атаки бесполезны! Трэм по глазику. А, вот его один из глаз. О, неплохо. Оно глазиком лишили. Все, неплохо. Так, мы уже наполовину снесли, считайте, урон. Наполовину снесли ХП. Когда назвал... ХП уроном, это, конечно, излишний мастер. Расстрел! Повелитель
повелитель демонов. Опять ты? Умер, кажется. Это называется «я умер», а не «умирает». В этом вся разница. Познай страх! Зато мне патроны взять. Иронично это говорит тому, кто это происходит. Так, уже половина. Надеюсь, сейчас мы сможем уже третью часть хотя бы ХП. Так, будем стрелять по глазам. Это мы помним. А, пока только его эти книги.
Пытаемся. Не мешай мне с патронами, господи, как ты мне достал. Хули ты ржешь? Клоун, что ли? Ну ты и выглядишь ряженый, как клоун. А Варт так вообще сыр гребаный. Повелитель демонов! Спасибо, братан. Добьем до третьей фазы, до последней фазы. Заполняю запас.
Ой-ой-ой-ой, вот это уже жестче. Двойные когти, это уже жопа. Это еще смертящая жопа. Уже последняя фаза осталась, отлично. Осталось тебе немного жить, Мурах. И Мурах не дотрах. Рот не рот был, а это и Мурах не дотрах. Все. Как мы называем сегодня? Все запущено. Еще один глаз. А это что? Так мы его добили, что ли? Стоп, что? Что за хуйня? Почему мы стоим вместе с еретиками? Это что такое? Последний фаз? Убьем как можно больше врагов, братья! Это лишь имитация. Новые фокусы. Будьте начеку. И Мурах слабеет. В последней схватке он выдохся. Держитесь рядом. Надо найти выход. А, в этом плане. Причем некоторые нам могут оживать. Что это? Какая-то энергия? Возможно, это ловушка. Будьте начеку. Надо ориентироваться на слух. Вот это, я понимаю, армия Магнуса. Любишь, возможно, это очередная иллюзия. Надо идти к источнику света, я понял. Мы это проверим. О, Калгар, стойте. Давайте его защитим. Калгар, мы здесь. Лорд Калгар, что я сказал тебе на Теласаре? Повтори. Милорд, говори, иначе я убью тебя как самозванца. Правила не должны становиться клеткой для интеллекта. Это ты, Тит. Рад тебя видеть. Его колдовская сила пошатнулась. Он уязвим. Смотрите, как его царство слабеет вместе с ним. У него осталось лишь одно укрытие. Выкурим еретика оттуда. Вижу его. Вынем его оттуда, как настоящую панк. Ловит очередную атаку. Артефакт там. Должен быть там. В этом осколке заключена почти бесконечная сила. Забрать. Вы должны поспешить, братья. Бежим, спешим. А чё мы не можем пробиться? Меняю магазин. Новые марсиане. Ух ты ж. Выхода было завершенство. Не разрати его на пустяки из-за невежества. Кстати, вот это эпично момент сейчас. Мы пытаемся собрать источник силы варпа, сражаясь силами варпа внутри самой темницы варпа. Это очень эпично. Во славу императора!
Тебе далеко не в варпе место, а в параше. Опять ты куда втер? Давай, надо забрать его, источник. Отлично. Иди. Ты сможешь. Ты нифига ты не видишь. Держитесь, братья. Сможем. А вот и нихуя. Иди на. Пошел в небытие, блядь. Встань, сын Желимана. Брат, битва окончена. Ты справился. Отлично. Брат! Кайрон, Галадриэль, вы живы. Мы все живы. Калгар неплохо. Тоже живой. Вставай, Тит. Твой долг еще не исполнен. With the fuck up, sir. We did it. Это опять работает, а я думал, что не. За императора! За императора! За императора! Да! Держать. Отлично. Кажется, мы прошли. Главное, его приняли. Он доказал свою верность. Мне кажется, его даже могут повысить даже в звании после такого. Ждем титры. Темрицид. Поражение сокрушим. Понятно. Лейтенант Диметрий Тит, твои решительные действия спасли эту систему. И я с гордостью вручаю награду, достойную подобного подвига. О! Лавровый венок. Это вообще. Да ты теперь почти пусть как. Каждый воин Адептус Астартес видит, что перед ним образцовый сын Желимана. Во славу Ультрамара! Отвага и честь! Рота, вольно! Прости, что твое возвращение домой затянулось. Милорд, это... Я разгневался, когда узнал о твоем аресте.
О. В своем высокомерии Инквизиция не сумела понять истину. Никакому злу не сломить преданности, подобной твоей. Спасибо, милорд. Есть миссия. На время тебе придется покинуть вторую роту. Как прикажете, магистр. Брат Капеллан все объяснит. Это он предложил тебя. А, ну да. Милорд, меч Калта готов к вылету. Спасибо, капитан. Мой корабль доставит тебя. Буду рад твоему обществу. Тит, это была честь для меня. И для меня, мой капитан. Слышал, ты нас покидаешь. Ненадолго, надеюсь. Храни тебя, император. И вас, сэр. Братья, меня ждет новая миссия. Тебя будет не хватать. Я не забуду кровь, пролитую вместе. И мы тоже. Я у вас в долгу. Вы возродили мою веру в братство. Мы будем ждать тебя. Отвага и честь. Отвага и честь. Честь. Тит, лорд Калгар сообщил о твоем задании. Хорошо. Детали расскажу в пути. Ты летишь с нами? Да. Принято, милорд. Ты хорошо поработал. Заслужил доверие своих братьев и магистра ордена. Но знай, Тит, тень подозрения не пропадет бесследно. Я буду за тобой следить. И если ты хоть на миг сойдешь с истинного пути... Кто это? Я не проявлю пощады. Да вот как ты выглядишь. Леандрос. Леандр! Милорд! Это был Леандр! Леандр! Так это он... все это время помогал нам. Блин, Магнус был... Ну, конечно, Леандр не очень поступил, но с другой стороны пошел нам навстречу, оказывается. Блин, Леандр здесь. Какая классная команда. Ну... Да, он мог не очень себя повести тогда, но он, видимо, исправился. Леандр жив. Ну, а главное... Мы сделали это. Мы закончили с присмотром. Мы это сделали. Дмитрий Григоренко. Команда. Блин, столько из России. Это что-то с чем-то рыбает. Сейчас, пока сформулирую речь. Итоговую за всю игру. Ну, пока отмечу, что я, наверное, как бы еще на фоне поездки, я сохраню еще Space Marine 2 на всякий случай. Может быть, я как раз в октябре спокойно начну. Просто сейчас пока не очень удобно на фоне поездки. Типа, может быть, я как раз в октябре возьму доп. Задание. А может и нет, кто знает. В крайнем случае, я попробую сказать, наверное, у себя в телеграм-канале. Но главное сделано. Мы прошли... Что?
Ладно, пока опустим. Просто опустим субтитры и позвольте сказать следующее. А. Так. Продолжайте сражаться. История Тита пока окончена, но битва только начинается. Продолжайте сражаться в других режимах. Операции. Возглавьте уникальный боевой отряд и выполняйте миссии в режиме операции. Убирайте улучшения для экипировки. Меняйте свой внешний вид. Вечная война. Громите врагов в режиме вечная война. Открывайте снаряжение и меняйте его параметры. Соревнуйтесь с боевыми братьями в различных режимах. Хорошо. Ну, онлайн режим, может, не обязательно. Смените режим игры, чтобы продолжить. То есть можно немножко походить. Окей, тогда я скоро сейчас уже скажу, что я хотел. Мерим Кадаку, Вракс, операции. Так, я бы хотел в честь этого пока сменить внешний вид на будущее. Вид вылетающего из ангара громового ястреба каждый раз наполняет меня гордостью. Мне тоже, брат. Давайте пока походим сейчас. Ну и по сути завершим на этом. Я дам перед этим еще свою долгожданную речь. Так. Вот. Не, ну это понятно. А, стоп, внешний вид. Я же могу внешний вид менять, по-моему. Давайте пока просто немножко походим по станции, немножечко. Я же не знаю, вернусь я в Space Marine 2 или нет. Может быть, я потом решу удалить. Давайте просто пока немножко походим, насладимся. Что есть. То есть, возможно, я оставлю на октябрь. У меня сейчас на фоне переезда пока нет нормального интернета, а с раздачей это очень затратно по деньгам. То есть я сейчас с мобильного трафика сижу, а это как бы деньги жрут постепенно. А, то есть я не могу зайти. Как сменить уже можно что-то поменять. Ну давайте пока наметим, то есть с октября месяца я вот в идеале, может и нет, то есть у нас 6 заданий. Все на те-то есть план, как с ним подождите. Короче, здесь есть задание на Кадаку, по-моему, их два, потом идет Аваракс. А потом Демериум. Быстрый матч. Схватка с ордами врагов случайно выбранной миссии. А, неплохо. А что с шестым? Почему здесь нет метки? Типа какие более принципиальные? Вообще, я хочу поступить так. Я считаю, на уборку назначено слишком мало людей. Точно. Поддерживать порядок становится все сложнее. Не знаю, вернусь я в Space Marine 2 в ближайшее время или нет. Я как бы на фоне того, что у меня сейчас поездка, и то, что у меня сейчас проблемы с интернетом, пока еще как бы не решился вопрос с интернетом у меня в новой комнате. Поэтому затруднительно говорить, что я могу сейчас или в ближайшее время что-то поиграть. То есть я пока как бы экономлю. Моя задача сегодня была просто закончить сюжетную часть игры. То есть то что в первую очередь я хотел взять себе. Вообще, можно... А давайте сделаем итоги здесь, ребят, как раз на фоне.
Значит, сейчас проверю только сперва звук. Сейчас надо проверить. Кто знает? Ладно, этого достаточно. Ну что ж, ребят, по сути, со Space Marine 2 все, если не считать побочных квестов и прочее. Так, я закончил эту легендарную игру. Еще раз оговорюсь, я не знаю, вернусь я к этим побочным квестам или нет, но если даже я вернусь, то это уже, наверное, начиная с октября месяца. И то не факт. То есть я на всякий случай оставлю Space Marine 2 в запасе. Может, буду возвращаться как-то по мелочи. Но ничего не гарантирую. Но если с... Ну, если вот в первые числа октября, в первую неделю октября, я пойму, что мне как-то не хочется особо возвращаться, тяготит, я тогда просто уберу, и все, я тогда об этом пишу. Но мы сейчас не об этом. Это отдельная история, а пока итоги самой игры. Что ж, Space Marine 2 это... Крутая, очень интересная игра с классными механиками, с классной историей. Что это наконец-то продолжение истории Капитана Тита, которую я ждал. Единственный большой недостаток игры для меня оказался, конечно же, вот этих больших багов, когда особенно с тиранидами, прям, это жесть. А стрим показывал, конечно, еще в более мрачном свете. Но это единственный такой большой минус игры. В остальном... Все-таки больше плюсов. Отдельно я хочу поблагодарить Гадриэля, Кэрона, что они помогали мне. Они классные ребята. И что без них мне было бы сложнее куда. Механикусом, что были рядом, конечно же, что они как минимум составили приятную атмосферу. Вообще весь флот дивизию за то, что поддерживали меня как главного героя. Вообще, я его всегда буду называть Капитаном Титом, как в первой части, потому что для меня он остается в душе как капитан. Кстати, я так понял... Кстати, я что-то не вижу венка. А может, это не принципиально? Не знаю, что могу еще сказать про игру. Но в любом случае, это событие, которое я ждал полгода с лишним. Первая часть вообще шикарная. Вторая часть тоже по-своему шикарная. Я не хочу говорить, что там первая часть лучше второй. Я хочу сказать, что каждая часть по-своему уникальна и замечательна. Главное, что это взаимосвязанная история. Что история Тита, Тит Диметриус. Тит Диметриана. Ну, короче, история Тита, она для меня играет по-своему значимую роль в моей жизни. Как бы я немножко ассоциирую себя с этим персонажем. Да. В общем, игра... Игра, которая стоила моих ожиданий. А на этом все. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео. Пока.